Нулевой километр, нулевая точка отсчета, и все в нашей жизни начинается с нуля. Мне хотелось увидеть мир другими глазами. На самом деле все получится. Верить в себя и верить в людей, которые тебя окружают. И верить, наверное, тоже в саму идею того, что ты делаешь. Готовым в каком смысле? Всегда будут взлеты и падения, на которые не стоит абсолютно обращать никакого внимания. Вставать с дивана и идти. Несмотря ни на что, даже если у вас нет сил, нужно просто выдохнуть, расслабиться, собраться и двигаться дальше. Но самое главное – это никогда не сдаваться. Нужно всегда стремиться держать свои эмоции под контролем. Если человек очень хочет, все зависит от сколько он готов за это заплатить, потому что ты платишь все равно за все. Который знает себе цену. Есть свои подводные камни, свои сложности, которые мы идем и преодолеваем. Как только вы что-то заработали, вы вкладываете снова и снова. Если чем-то занимаешься, то это нужно делать очень профессионально. Путь к успеху, его не надо прокладывать. Прокладывайте путь к счастью. Успех, он придет сам, за ним не нужно к нам. Пусть у каждого в жизни будет такой человек, лучше много, вспоминая о которых, вы встаете и идете. Будьте любимы, будьте счастливы. Я почувствовала, что это действительно мое. Дать себе максимальную широту мыслей, в первую очередь. А за мыслями подтягивается уже все остальное. Не бойтесь мечтать.